РФ, в эфире телеканала ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях представитель Общественной палаты Республики Карелия Григорий Фандеев. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Ну что ж, сегодня я предлагаю обсудить последнюю, скажем так, информацию о выборах в нашей стране. Выбор — это у нас единый день голосования прошел пораньше, но вот был второй тур у нас, такой прецедент на всю Россию, в Иркутске, на губернаторских, и победил коммунист. Ну, в общем, дальше я вам слово передаю, послушаю вас, что вы по этому поводу думаете. На самом деле, действительно была последние две недели живая дискуссия насчет того, как закончатся губернаторские выборы в Иркутской области. Они достаточно тяжело для кандидата от «Единой России» проходили в период основного, так сказать, основного периода голосования, агитации. Но ИО губернатора смог одержать победу, и в первом туре он добыл себе первое место, но не набрал 50% голосов, больше 50% голосов. Соответственно, по закону Российской Федерации должен был состояться второй тур. И была интрига между кандидатом номер один и кандидатом номер два от КПРФ. На самом деле, ну, многие эксперты говорили о том, что свидетельство тому, что второй тур назначен, говорит о определенном ослаблении административного ресурса. У нас, в принципе, в стране давно уже не было, когда глава республики или субъект Российской Федерации выходил бы во второй тур. То есть обычно все выборы заканчивались первым туром, и, в принципе, люди уже забыли, что такое второй тур, зачем он нужен. И, соответственно, эти две недели была напряженная борьба, и я бы не сказал, что единороссы, так сказать, сразу сдались и, естественно, были намерены победить, потому что все-таки изначально перевес был на стороне главы субъекта Российской Федерации, исполняющего обязанности. Соответственно, но, как мы все знаем, коррупционные скандалы с Республикой Коми и арест главы Республики Коми Гайзера, он также внес определенные коррективы в избирательную кампанию в Иркутской области. Что, подкупать не стали или что? По крайней мере, к этому склоняются. Давайте уж прямо говорим. Часть аналитиков и политологов. Бог с ним, как победил коммунист, ну ладно, хорошо. А не стали там чего-то использовать. Видимо, какие-то технологии, да, которые замешаны. Здесь не в технологиях дело. Дело в том, что коммунисты изначально, когда шли на эти выборы в Иркутске, они говорили о коррупционной составляющей, о борьбе с коррупцией, и обличали команду исполняющего обязанности главы о том, что есть некие там серые коррупционные схемы. То есть именно борьба развернулась вокруг вот этой позиции, где есть коррупция, есть ли коррупция в Иркутской области, насколько команда губернатора Иркутской области готова дальше продолжать работать и в правовом поле, не нарушая действующее российское законодательство. И многие эксперты говорят, что именно вот эта повестка, которая изначально была выбрана коммунистами, она и сыграла свою роль. То есть повезло ребятам, да, на коррупцию, ну, делать во-первых, ставку. А может, это они виноваты в событиях? Во-первых, конечно же, сложились все проценты других оппозиционных кандидатов. И, естественно, те люди, которые выбирали другого кандидата, они чаще всего готовы были сделать выбор в пользу коммуниста, нежели в пользу действующего губернатора. Соответственно, и при сложении этих процентов и получился такой результат. На самом деле, для страны это очень хороший результат. Это говорит о конкурентной борьбе, говорит о том, что совершенно другая стратегия принята на ближайший год. Мы знаем, что в ближайшее время, через год, состоятся выборы во многих субъектах, в том числе в Республике Карелия. Почему мы эту тему, собственно говоря, выбрали для разговора? То есть это свидетельство о том, что аппарат президента и, соответственно, решение принято на высшем уровне о том, чтобы во всех регионах была конкурентная борьба. Я уже думал, решение принято на высшем уровне, чтобы коммунисты победили в Иркутске. К
кстати, вполне возможно, вы уж меня простите. Знаете, вот честно скажу, ну выиграли коммунисты, а что, думаете, жизнь изменится от этого там как-то? Есть общие правила игры, по которым будут и коммунисты играть, и без разницы кто. Какие-то за исключением, может быть, редких случаев, там подвижки в какой-нибудь там области будут. А так в основном-то все то же самое будет. Коммунисты, они же не с красной планеты прилетели-то. Абсолютно верно. Живут в одних и тех же условиях, бизнес тот же, все. И это самая большая, скажем, победа в том, что нужно понять, что кандидаты от оппозиции – это тоже люди, живущие в том же тренде, то есть в той же стране с теми же правилами игры, но это люди, которые могут предложить альтернативную повестку, могут предложить альтернативную кампанию, альтернативные какие-то идеи. Та же победа кандидата от КПРФ Локтя в Новосибирске, который стал мэром и сейчас успешно там работает, говорит о том, что вполне это возможно и вполне можно наладить диалог. Другое дело, если у этой команды есть возможность осуществлять, соответственно, свои полномочия. То есть, если это не один кандидат, не кандидат-одиночка, а кандидат, который пришел с командой, проверенный. Я почитал биографию победившего. Этот человек баллотировался, во-первых, не первый раз на пост губернатора. Он был избран депутатом Госдумы от этого региона, был депутатом законодательного собрания области. То есть, у него наверняка есть своя команда, с которой он готов прийти. Да было бы нелепо, если бы он без команды это все делал. Бывают неожиданные у нас победы, которые приводят в том числе иногда к плачевным результатам. Я намекаю на действующего главу города Ширшину. Мы все знаем, что на протяжении года лихорадит уже команду. То из нее выходит, то заходят, то знакомые, то еще кто-то. То есть понятно изначально было, что техническому кандидату всегда сложнее. Давайте только так скажем. А люди-то все равно как жили, так и живут. Так-то. Есть ну вот некие, кардинально есть некие не защищаю. Есть некие, конечно, федеральные тренды. То есть если мы понимаем, что есть проблемы с экономикой, то они будут как в Иркутской области, так и в Республике Карелия. Ну, наверное, может быть, в Москве и Московской области могут отличаться иногда вот эти экономические тенденции. Да. Тренд, если на вашем языке сейчас сказать по борьбе с коррупцией, это вот что? У нас что ни день, то громкие заявления. Тут вот врача из Костомукши, чего-то там какого-то заместителя задержали. Действительно. Теперь всех подряд будем брать? Это вектор на борьбу с коррупцией. Уже давно о нем заявляли. Просто не было громких коррупционных скандалов. Первый была ласточка, когда арестовали экс-губернатора Сахалинской области. Второй серьезный сигнал – это Гайзер, губернатор Коми. Соответственно, сейчас все должны, главы республик и областей, просмотреть все свои команды и посмотреть действительно... Вы сейчас скажете бежать. И посмотреть действительно на то, нет ли у них где-то проблем с вот этой тематикой, скажем так. То есть, приоткройте глаза, пожалуйста. Да, да приоткройте глаза, проведите чистку кадровую, посмотрите, так ли все работает. Ну, в общем-то, тут единственное, что я бы сказал, что надо, конечно, во всем очень подробно разбираться, потому что у нас могут по тренду загребсти всех подряд действительно, а потом окажется, что на самом деле-то не так все и было. Вот что в нашей стране возможно. Да? Вспомните времена Советского Союза и так далее. К сожалению, сколько было в нашей всего стране ради галочки по плану. До сих пор еще есть такое понимание. Если арестовали, то значит было за что. Это не совсем верная трактовка или формулировка. То есть понятно, что степень вины оценивает суд всегда. Не степень вины, а вообще вину. Что вину, признать да. Виновным степень может вину, только суд. Вину. Соответственно, нужно дожидаться всегда судебного решения. Никогда не пытаться кого-то голословно обвинить. Даже если человек арестован, все равно должны разбирательства пройти. Но тем не менее, количество арестов, частота арестов и фигуры, которые попали под удар, говорят о том, что идет целенаправленная борьба, причем очень жесткая. Может быть, это связано в том числе и с количеством финансовых средств, которые в стране достаточно серьезно уменьшились. Я думаю, просто идет такая зачистка поляны перед выборами грядущими. Я не совсем бы с вами согласился. Об этом мы в следующей передаче поговорим.
Хорошо. Согласны? К сожалению, время наше просто подошло к концу. Я напоминаю, у меня в гостях был представитель Общественной палаты Республики Карелия Григорий Фандеев. Вы смотрели РФ с Денисом Базанковым. Увидимся на ТНТ Энига. Всего доброго. До свидания.